Чарговае пасяджэнне аблвыканкама пачалося з урачыстасцяў. Па выніках мінулага года Брэсцкая вобласць унесла годны ўклад у эканоміку краіны, а па выніках сацыяльна-эканамічнага развіцця сельскагаспадарчай галіны прызнана лепшай. Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Аляксандр Субоцін уручыў кіраўніку вобласці Анатолю Лісу падзяку прэзідэнта Беларусі ўсім працаўнікам аграпрамысловага комплекса рэгіёна і падарункавы сертыфікат на суму 20 тысяч базавых велічынь. Заслужаныя ўзнагароды ў розных намінацыях атрымалі і сельскагаспадарчыя арганізацыі Брэсцкай вобласці. Брэсцкі рэгіён всегда особы был, і людзі здесь особы, і как-то всегда у них все спорилось в руках, в том числе і аграрная отрасль. Я надеюсь, что в этом году именно село будет тем локомотивом, одним из тех локомотивов, который позволит не свалиться нашей экономике на дно и вытянуть ее наверх. Несмотря на вирус, несмотря на мировые экономические дела, падение цен на нефть и так далее, и так далее. Сённяшнім пасяджэнні яго ўдзельнікі абмеркавалі вынікі работы жывёлагадоўчай галіны за 5 месяцаў бягучага года і меры па нарошчванні тэмпу вытворчасці прадукцыі жывёлагадоўлі. У гэтай сферы Брэсцкая вобласць ўжо не першы год утрымлівае высокія пазіцыі. В цэлым, если браць по малочнаму скотаводству, мы первыя в рэспубліцы дасілі 6-тысячнага рубежа на доя на карову. Значит, не уменьшая, а всё время увеличивая поголовье, на сегодняшний день у нас 285 тысяч дойных только коров. Это высокий результат. Но в этом году нам еще лучше надо сработать. И пока итоги 5 месяцев тоже об этом говорят, что мы хорошо работаем. Выники работы за 5 месяцев этого года свечать. У галине молочной живелогадовли регион протягивает поступальное развитие. Рост вытворчести молока обеспечен во всех районах в области. Обеспечен рост производства молока почти на 7,5%. Удой на корову почти 3000 составил. Выросла товарность молока до 91,5%. Почти все складывается для того, чтобы выйти в текущем году, хотя мы с опаской это планировали, на 6500 килограмм годового удоя на корову. Так само у области выконывается задача и по нарощиванию вытворчести мяса усих видов. За 5 месяцев этого года его выраблено 130 тысяч тонн. На 7 тысяч тонн больше у поравнания с аналогичным периодом года минулого. Абмеркавалі на пасяджэнні аблвыканкама і пытанні гатоўнасці сельскагаспадарчых арганізацый да ўборкі ўраджаю. Тут, як адзначыў кіраўнік вобласці Анатоль Ліс, у першую чаргу неабходна сканцэнтравацца на якасці ўборачнай кампаніі. Людміла Салзана, Тыграна Капян, телерадыёкампанія Брэст.